Оборудовать спортзал в поселке Саламат попросили жители Алексея Текслера. Глава региона в Арнинском районе был с рабочим визитом. Люди пожаловались ни взрослым, ни детям, просто негде заниматься в свободное время. Вот для детей наших можно что-нибудь спортивное создать? Вот они вот бегут. Здание пустое. Здание, да, вот пустое. Вот здание, да. Что здесь было? Школа была. Начальная школа давно пустует. Районные власти хотели превратить старое здание в клуб. Его в поселке тоже нет. Жители уверены, в постройке хватит места и для творческих классов, и для спортивного зала. Алексей Текслер поручает главе района учесть пожелания людей. Я с вами согласен полностью. Давайте сейчас подумаем, как это помещение оптимально использовать. Да. Дайте свои предложения, и, ну, чтобы это было ваше решение. Не просто решение руководителя, а ваше решение. Ну, пускай там по спорту, по клубу и так далее. Дайте свои предложения, я обязательно проконтролирую, чтобы они были именно реализованы. Отметим, что впечатление от этой встречи Алексей Текслер оставил вчера в Инстаграм и призвал южноуральцев не только обозначать проблемы, но и предлагать вариант решения, напомнив, что наш регион – это наш дом.